объявляю бал открытым. Вальсы Шуберта и награды за самые высокие достижения. Не каждому студенту выпадает возможность получить благодарность от университета в такой романтической обстановке. Волнение и шелест кринолинов, шепот барышень, сдержанные улыбки кавалеров. Вручение дипломов пятикурсникам запомнится надолго. Я видел людей, молодых людей, им нравится это. Им нравится, вот я вижу, что они чувствуют себя как-то по-иному. Конечно, это очень здорово. Знаете, вот все это ведь, вот это и есть культура, вот это внутреннее состояние человека, да? Это и должно стать традицией. Я думаю, в университете это возможно. Первый ректорский бал в БГУ состоялся в прошлом году. В этом эксперимент решили повторить. Очень уж понравилось студентам блистать на паркете, вести светские беседы и шить наряды, как у Наташи Ростовой. Нарядные девушки – это редкость в наше время, же в основном молодежь как одевается. Лишь бы, ну, джинсы там, что-то такое, а здесь это необычно. Я считаю, что такой бал – это настоящая традиция и очень добрая традиция, которую нужно продолжать из года в год. Ходить на балы модно, учиться хорошо, престижно, говорят студенты БГУ подрастающему поколению отличников. На бал попасть можно, нужно просто проявить искренний интерес к жизни своего вуза.